Добрый день, дорогие мои. Вот наступила весна. Великий пост. Мы готовимся к Пасхе. И здесь, в деревне Зажупани, в храме Архангела Михаила, в алтаре, за это время, за осень и зиму, были произведены работы. Реставраторы восстановили свод, восстановили арку. И нам надо двигаться дальше. То есть наши средства сейчас исчерпаны. Осталось вложить в эти стены кирпичи. А в прошлый раз у нас была акция «Твой кирпич в стене возрождающегося храма». Вот и благодаря этой акции вот сейчас храм уже более-менее, алтарная часть храма более-менее уже в приличном состоянии. К Пасхе мы хотим сбить оставшуюся штукатурку, побелить свод, сделать арки над окнами, в общем, привести в порядок, убрать леса. Планируем на пасхальной неделе организовать там службу. Это будет, конечно, великое дело и великая радость. За это время зимой мы еще приобрели и установили колокола. Так что дело движется, как легко разрушать и как трудно все восстанавливать. Мы ждем вашей помощи, молимся за вас, за каждое имя, которое будет написано на кирпичике. То есть ваши кирпичи будут с вашими именами, будут в стене нашего алтаря. Ну и дальше в стенах всего храма. Так что Божьей помощи вам, Божье благословение и с приятного поста!